Привет, привет, мои дорогие! Всех приветствую! Хорошего вам настроения! Я уже приехала с работы, а Дима только что уехал на работу. Настроение такое не очень, потому что на улице пасмурно. Посмотрите, дождик. Фу, вообще ужасно как-то. В общем, что у нас с ремонтом? На каком свете сегодня мы? Сейчас я вам покажу Алёнину ванну, что мы сделали. О, сейчас темно. Опа, светло. Вот, посмотрите, Дима сделал пол. Это не плитка. Это специальные такие как бы листы. Они водонепроницаемые. Вот. Дима сам все установил. Молодец. Красиво. Сделал все прям здорово. Вот. Стены мы будем красить. Мы решили покрасить светленький. Алена захотела светлый свет ванны. Это ее ванна. И поменяем вот эти вот огонечки вот сверху, которые поменяем. Вот. Так что нам надо все затейпить, все вот этим, которое. Ну, для краски, чтобы верх не запачкать. Вот. А что у нас внизу? На чем мы там остановились? Ну, этот бардак я вам точно показывать уже второй раз не буду. Потому что ужасно все это выглядит. Что у нас здесь? На потолке мы сделали. Вот вам будет видно. Вот, видите? У нас будут тоже маленькие лампочки, мы решили. Там, где кухня, тоже будут маленькие лампочки. Вот эти вот сделаны. Вот. И нам зачищали дверцы. Видите, как это все выглядит? Зачищали дверцы. То есть их человек, который будет красить, он должен прийти. Здесь, по-моему, их пару человек будет. Они будут с таким пистолетом. Специальной краской для вот этих дверей будут красить, чтобы это все выглядело очень красиво и качественно. И также покрасить нам кухню и дайнинг рум. Вот. Так что вот так вот у нас это происходит. Сейчас я немножко перекушу, я только с работы приехал. И буду тейпить. Аленка спать завалилась, потому что такая погода ужасная. Смотрите, это все. Это все капает, это кошмар. Фу. Вот. Я клумбу около дома, так сбоку, там настолько маленьких мелких камушек было. Вчера все эти камушки вытащила и сделала красивую клумбу. Хочу туда, ну, так зелень посадить. Укропчик, петрушку, вонючку эту, кинзу. Фу. Я ее не люблю, но Дима любит, мне я ее посажу, естественно. Вот, так что я пойду что-нибудь слямзаю. И буду тейпать ванну Аленкину. Ребят, сейчас я поеду к Диме на работу. Я здесь сделала то, что хотела. Сейчас я вам покажу. Правда, мне немножко не хватило. Видите, я все обтейпала. Все сделала. Теперь можно будет красить. Видите, сняла даже дверцу. Потому что Диме, чтобы не терять времени. Вот. Все сделала Алена. Ему там собирает кое-что на работу. Сейчас я к нему поеду. Потому что сейчас будет делать онлайн-конференцию. Мне надо ему помочь привезти еще один компьютер мой. Я ему там буду с этим помогать. Фотоаппарат, камеру. И, в общем, кое-какие вещи, которые он мне попросил, надо ему помочь. Так что я поехала к нему в школу. И сейчас будем делать онлайн. Конференцию. Не знаю, как это, честно говоря, выглядит будет. Он там один в школе будет, остальные все будут по домам. Так что посмотрим. Ребят, подъезжаю я к школе, так точнее, к офисному комплексу. Рядом школа и рядом офис, где находится вся администрация всех 5 школ, где Дима работает. И сейчас вот мы будем подъезжать.
находится в таком как бы лесочке, закуточки лесочки. Видите, дождик даже, люди бегают. Сейчас мы будем подъезжать. Вот эта школа, это middle school. А вот прямо стоит здание, где находится вся администрация. Видите? Вот видите название школы? Вот она, Либертивилл. Вот видите, Либертивилл. Сейчас я вам так вот покажу. Тут подъеду. Вот видите? School District 70. Одна школа рядом с этим офисным зданием, а другие школы, они на хорошем расстоянии находятся. Так что я уже подъезжаю. Сейчас я помогаю Диме подсоединить оборудование, чтобы все хорошо работало. Сейчас я у него нахожусь в кабинете, а он в митинг-кабинете, где будет там все оборудование, где будет все подключено, и вот чтобы все хорошо работало. Я сейчас с одного компьютера, а у нас со своего компьютера, и вот сейчас все это дело проверяем. Так что так интересно. Я скоро айтишником стану. Новая профессия тоже хорошо. Так что вот такие вот дела. Что-то он там творит. А я как жена декабриста. Ему помогаю. Начался митинг онлайн. Сейчас директор данной школы, middle school, находится у себя в кабинете. Дима находится в кабинете, там, где обычно, когда не было вот этого всего, находится с аппаратурой. Вот там. У него там аппаратура, все. Он там. Так что я ему помогаю. Я говорю тихонько, потому что идет запись. Вот так вот. Скоро буду айтишником. Глядишь, медицинским работником и айтишником. Неплохо звучит, кстати. I'm Matt Barbini. I'm the superintendent of schools in District 70 in Libertyville, and I have the really good fortune of working with this guy, Dimitri. Dimitri Andreski, all right, is a really good person, all right, very smart, and he's a comrade, right? In many ways, yes. Very, very fortunate and blessed to have him on the team. Just tonight, he was working on all this technology. So everybody outside was able to watch our meeting. And it was also so nice to see you, Lana, for you to come out and support Dimitri, because we all know that he needs help. Just like I need help. That's where Lori comes in. But it's so good to see you guys and to be a small part of your lives. Love the wedding. By the way, I saw the wedding video. Yeah. All right, that came out. That was awesome. It was great. So anyways, be well, everybody. All right, take care. Thank you. Мы уже дома. Все у нас получилось. Прошло видео, которое Дима делал, эту презентацию. Все получилось, все отлично. Вышло в эфир. Был лайв-эфир, то есть в прямом эфире. Все хорошо, без заминок. Я ему помогла. Все было отлично. И сейчас я буду монтировать видео. Я с вами прощаюсь. До завтра. Пока-пока.